Всем привет, друзья! С вами Анидзука. Это у нас первое отдельное видео по кастомизации персонажа в игре Mortal Kombat 1. Значит, в комментариях писали, что стоит отдельно делать, когда наберется нужное количество предметов. Значит, неплохо посмотрели то видео, где была кастомизация всех персонажей, но там было мало чего, да, пока собрано в игре. Итак, в общем, начнем мы сегодня со Скорпиона. Будет вот отдельное видео. Да, много на него чего я выбил, хотя я за него практически не играл. Вот. Ну, сейчас я вам покажу все, ребята. Не забывайте поставить большой палец вверх перед этим. Если нравятся такие видосы, обязательно это делать, чтобы я видел, что важно эти видео записывать и делать для вас. Итак, значит, у нас есть 10 видов снаряжения и 10 видов палитры. Давайте смотреть снаряжение сначала. Точнее, масочки, да? Посмотрим все, что есть. Значит, это у нас... по-моему, базовая маска, которая называется «В огне», да? Вот необычное снаряжение. «Принципиальный человек» называется. Мне такие нравятся такие маски. В Mortal Kombat 11 тоже похожие были. Мне тоже нравились они. «Наставник Ханзо». Это, ну, мне что-то как так себе эта масочка. Хотя тоже необычное считается снаряжение. Огнедышащие. Ну, вот эти морды с клыками тоже всегда прикольно. Неплохо, в принципе, выглядит. Так, это маска, которая сейчас у меня стояла. Опаляющая ярость. Я ее поставил на то, что, ну, такая как бы просто маска желтая такая, да, как вот типа, как классический Скорпион. В плане того, что просто желтая маска, там, без всяких лишних там вещей, да. Ну, неплохо смотрится. Дальше свирепый боец. Не знаю, мне кажется, Скорпу не идут вот такие вот. Вообще, она какая-то красная с чем-то. То есть, не особо идут ему, мне кажется, такие маски. Ну, да ладно. Хотя, они... это зависит от скинов, я думаю, да? Так, мощь великого мастера редкий. Ну, тоже неплохо, в принципе. Почему-то он какую-то птицу напоминает мне в этой маске. Клюв какой-то у него как будто. Страж земного царства. Прикольная тоже масочка. С зубами, да, типа череп такой с зубами. Что-то мне кажется, у Такеды вот в трейлере этот Combat Pack'а что-то похожее должно быть. Прикольная маска. Так, восставший из пепла. Из пепла. Эпический. Не знаю, что эпического в этой маске. Ну, не знаю. Мне не особо. Опять-таки, наверное, из-за цветов. Отложенное возмездие. Эпический тоже. Слушайте, это как будто таркатанская морда, да? Неплохо. Можно, в принципе, ее сейчас нацепить и посмотреть. Сейчас мы будем скины смотреть дальше. Как будет смотреться. Может быть, там где-то она будет перекрашиваться. Так, палитра у нас, видите, три вида. Три вида скинов. Союз, это значит, первая новая эра. Вторая, союз света. И третья, орден тьмы. В общем, смотрите, ну, это базовая, да, с ее расцветками. А вот эту я купил в сезонном магазине. Ну, то есть за внутриигровую валюту, там, которую мы зарабатываем, там монетки. Серебряные, по-моему, там монетки были. Вот. А вот этот скин я получил за боевую лигу. За определенный ранг в боевой лиге. Ну, играть в онлайне пришлось за него. За этот скин. Ну, давайте сейчас по порядку все посмотрим. Итак, значит, у нас новая эра, второй сын, ну, этот стандартный, это мы уже видели, да, базовая расцветка. Вот есть еще вот такая, что-то тут с зеленым каким-то. Серая, эпическая считается. Красная, красноватая. Сзади такие листья, типа, как будто осень какие-то красные там, да? И вот такой же какой-то оттенок. А вот это, смотрите, необычная тема. Скин обычный, но выглядит, да, странно, то что тут татуировки везде по всему телу. Давайте его крупным планом посмотрим. Почему называется обычный тогда, да, если он так сильно отличается от остальных? В общем, мне не очень понятна эта тема с обычный и необычный. В общем, все руки вытатуированы, как у какого-то якудза. На лице он там тоже, смотрите, у него, да? У него, видимо, скорпион на лице наколот.
Ну, такой огненный, типа, да, так все, ощущение прям. В принципе, я думаю, неплохо ему это идет. Тут и желтый цвет идет, есть и красный, и такие языки пламени, типа. Неплохая расцветочка. И ощущение, что кровью он покрыт немного. Так, давайте идем дальше. Теперь, значит, по этим скинам, которые... Союз Света. Это, значит, какой-то сезон... Так сказать, сезонные скины, относящиеся к режиму вторжения. Они вот такого типа скины продаются там на всех персонажей. Я купил вот на Скорпиона, там можно и на других кого-то взять. Но прикол в том, что они все вот таких вот цветов, оттенков там идут в магазине. Вот желтый, красный, оранжевый. Ну, не всем персонажам это идет, поэтому я не стал там всем покупать, например, да. Вот, ну, короче, тлеющий призрак. Самовозгорание. А это у нас мастер пожара, смотрите-ка. Я не помню, по-моему, один или два только я покупал, а какие-то, видать, мне выпали, возможно. Может, за боевую лигу или за... Я уже не помню, за что, короче, точно. Давайте посмотрим крупным планом вот этот вот. Тоже татуировка вон на теле проглядывается. Руки закрыты полностью. В принципе, неплохо. Отдают какой-нибудь призраком Цусимы. Что-нибудь такое. Или Зекера игрой. Почему-то, не знаю, есть что-то такое вот. Вайбы такие. Вот именно вот эта расцветка, наверное, самая интересная, я думаю, в этом вот наборе, что у меня сейчас есть. Вот такие вот как-то мне не очень. Она как-то поинтереснее смотрится, мне кажется. Напишите в комментах, какие вам больше, ребят, нравятся. Какие скины вам запомнились, маски тоже. Так, ну и третье, значит, у нас Орден Тьмы. Так, есть два вида у нас, да? Они, по-моему, сразу два тоже открываются, типа, когда ты в лигу, то есть две расцветки. Видите, одна, типа, серый нагрудник, красный вот это все остальное, а тут, наоборот, местами меняется. Нагрудник красный, да, серые штаны там, например, у него и колпак. Так, давайте крупным планом посмотрим тоже это дело. В общем, этот скин, чтобы открыть, надо в лиге попотеть, там, до третьего ранга дойти. Состоит из каких-то, не знаю, кому-то какие-то рога чьи-то там, не знаю, кости. Немного напоминает внешний вид вот эти вот его наплечники, нагрудники этого Атроцидуса в Injustice 2, там он тоже у него похожее было что-то. На глазу тоже какая-то татуха. Глаза, видите, белые здесь у него, без зрачков. Это первый скорб в игре, который типа с капюшоном, да? Кстати, да, может быть, вы слышали новость, что в игре уже нашли, что есть скин Скорпиона из Mortal Kombat Deadly Alliance, по-моему. Где у него, короче, светится, ну, горит голова, и там, ну, свой такой костюм прикольный. Вроде как, если смотреть демонстрацию боев в начале игры, там просто когда, ну, на стартовом экране, иногда сами драться бойцы начинают. Вот, и там может такое выскочить, но очень редко. Так что ждем в скором времени, чтобы эти скины стали доступны из Deadly Alliance. Вообще прикольно, чтобы все скины из 3D эры появились здесь. Это прикольная тема, они там всегда были классные. Шип такой прямо у него, смотрите тут. Это такой прям аж красные такие плечи. Ну, необычно смотрится, но, по-моему, прикольно.
Как раз таки, мне кажется, этот скин больше вот подходит под какой-нибудь Injustice, да, то есть, если вспомните, Injustice Скорпиона, например, что-то такое, что-то в этом есть. Ну, в общем, ребят, вот такие вот скины. Пишите в комментах, какие вам больше понравились, хотите ли еще видеть кастомизации по персонажам, кого бы хотели с персонажа увидеть в следующем видео, как только подсоберется побольше всяких этих скинчиков интересных. А на этом у меня все, ребят, с вами был Анидзука, до новых встреч!